Привет, друзья! По вашим многочисленным просьбам записываю видео, как разместить баннер в рекламной площадке Профицентр. Под этим видео будет моя ссылочка на эту рекламную площадку. Работает она уже 7 лет и даю я здесь рекламу достаточно давно. Когда вы заполните свои данные, пополните счет. Пополнить здесь можно вот WebMoney, Яндекс.Деньги, Payeer, Kiwi кошелек. Много способов. Ну, примерно 500 рублей закидывайте, чтобы у вас размещались баннеры, хватило вам на 10-14 дней. Баннер стоит 19 рублей в сутки и 29 рублей в сутки. Пополнили баланс, теперь заходим управление рекламой. Вот у меня вот такие баннеры. Вот на 10 дней до 23 марта 290 рублей он стоит. Будет размещаться на всех страницах вот здесь вверху. Теперь я хочу разместить баннер вот такой вот 100 на 100. Заходим в управление рекламой. Мои баннеры, разместить баннер. И вот здесь вот смотрите, выбираете тип баннера. Баннер 100 на 100 на всех страницах. Стоит 19 рублей в сутки. Пишите здесь свою ссылочку. Вот я взяла ссылку для приглашения. Буду рекламировать проект всем миром. Вставляю сюда тоже. Выбираем файл. Заранее я его уже изменила в Paint. 100 на 100 у меня получился. Вот оно. И количество. Вот, как раз на 12 дней. Ставим галочку. Выбираем способ оплаты. Нажимаем с рекламного счета, потому что мы уже пополнили рекламный баланс. Нажимаем и оплатить. Вот и все. Два баннера у меня в работе. Будут показываться один вот здесь вверху и второй вот здесь. Вот и все. Ссылочка на эту рекламную площадку под этим видео. Пока-пока.